Здравствуйте, друзья мои. Меня зовут Олег Петров, я из Киева. Хочу вам представить мою новую знакомую. Она девушка родом из Армении, но живет в Москве. Сейчас она о себе расскажет. Пожалуйста. Да я как бы не собиралась рассказывать, но вот я кудрявая девочка, приехала отдыхать на Кипр, встретила человека, который путешествует, занимается, честно говоря, непонятно чем, но кайфует, это очень здорово, и мы на каком-то необыкновенном острове решили покричать, вот. Да, видно закат, Наташа? Да? Отлично. Да, вы можете сказать что-нибудь, очень коротко, но по-армянски, так, чтобы все поняли именно, поверили. Очень коротко. Чему поверить? Например, привет Украине, например. Типа так. Зачем по-армянски говорить привет Украине? Привет всем, хорошо. Скажите, только это по-армянски, пожалуйста. Ну, понимаете, меня возбуждает армянский. Не буду говорить. Ладно. Не будете? Не буду говорить. Давайте покричим. Не буду покричим. Говорить. Давайте кричать. Ура! Привет с Кипра! Слава Украине!